Больше 60, но мы последние два года не подавали в Минюст новую информацию. Сейчас после этого съезда мы подадим новую информацию о новом составе руководства, о новых наших отделениях. Пока мы пользуемся тем, что по федеральному закону у нас 53 отделения. Сейчас присутствует, вот пока предварительно еще продолжается работа, обработка анкет, пока 34. То есть кворум 27 у нас. Представители 34 отделений, мы можем начать работу. Значит, съезд объявляется, 9-й съезд объявляется открытым. Исполком. Действующий исполком, который вы сейчас переизберете, значит, выходит с предложением по рабочим органам съезда. Значит, предлагается избрать рабочий президиум в составе президента организации. Телеванова Андрея Владимировича, вице-президента Крюкова Александра Ивановича, Терехина Анатолия Николаевича, старшего тренера, директора Гроссмейстерской школы Иновского Сергея Моисеевича. Нет возражений? Принимаем? Так, голосовать будем или как? Давайте голосовать. Серьезная система. Так, кто за, кто против? Воздержались. Нету. Единогласно. Значит, мандатная комиссия, это вот наши женщины, которые занимаются сейчас обработкой всего этого. Предлагается избрать Першину Елену Михайловну, Коноплеву Тамару Владимировну, Кузнецову Эмму Владимировну. Нет возражений? Кто за? Голосуем за мандатную комиссию. Кто против? Задержались. Счетная комиссия. У нас будут выборы. Выборы президента и выборы членов исполкома. Тайным голосованием. Поэтому нужна счетная комиссия. Предлагается делегаты съезда. Счетную комиссию Солонец Сергей Борисович, Кузьмичев, Александр Владимирович Першин, Елена Михайловна. Нет возражений или предложений? Согласны, да? Все люди известные, честные, порядочные. Результат скажут, как положено. И нам придется подавать большую кипу документов Министерству юстиции. Редакционная комиссия предлагается в составе Крюков Александр Иванович, Яновский Сергей Моисеевич, Першин Елена Михайловна. Обработать все документы и в Москве сдать в Минюст. Нет возражений? Кто за это? Спасибо. Так. Повестка дня. Отчетный доклад. Предлагается такая повестка дня. Отчетный доклад президента. Выступление в прениях. Избрание президента. Утверждение состава исполкома. Принятие резолюции съезда и разное. Добавки есть? Добавления? Предложения? Нет, да? Прошу голосовать за эту повестку дня. Так. Против? Воздержавшихся? Нет.